Первый в районе такой магазин Сергей Чапатаев открыл 3 года назад. Они с супругой приехали в станицу из Тюменской области и сразу решили, будут заниматься сельским хозяйством. Сергей Викторович построил собственный магазин по продаже кормов. Старался, чтобы и ассортимент радовал, и цены были доступными. Сегодня здесь более 35 видов кормов. Предпочтение дается полнорационным комбинированным кормам, которые имеют все питательные вещества, а также витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты и другие биологически активные вещества. В ассортименте пшеница, кукуруза, ячмень, овес, отруби, специализированные корма для курнисушек, цыплят, бройлеров, индейок. Продукция Чапатаева пользуется спросом не только гастагаевцев. К нему за покупкой едут из Анапы и других районов. Радует то, что наш местный житель Чапатаев открывает. Он знает ваши нужды, знает ваши хлопоты, все. Радует другое, что с открытием каждого нового предприятия появляются, Константин Николаевич, рабочие места, да? Это значит, кто-то будет работать, будут платиться налоги. Красную ленту предоставили перерезать заместителю мэра Анапы Юрию Полякову и хозяину магазина Сергею Чапатаеву. Новое место, как полагается, осветили по всем церковным канонам. В день открытия за продуктами уже образовалась большая очередь. Жители станицы ценят. На складе корма могут приобрести все, что нужно для сельского хозяйства. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.